мы продолжаем. И сейчас, может быть, в режиме блиц, Сергей Михайлович, давай. Хотелось бы несколько, на самом деле, больших, тяжеловесных и сложных вопросов вам задать, но, может быть, удастся вкратце ответить. Вот один из вопросов: с Нового года жильцов заставят платить и финансировать капитальные текущие ремонты своих многоквартирных домов. Разве это справедливо, спрашивает читатель? Ведь есть ветхое аварийное жилье и дорогие новостройки, которые будут освобождены от непомерных трат на ремонт. И как вы на это отреагируете? Мы боролись за то, чтобы ликвидировать так называемый общий котел, когда предусматривался первый вариант этого законопроекта такой, что вы платите отчисление за капитальный ремонт своего дома. Все это идет в большой общий мешок. Чиновник говорит: а ваш дом мы не будем ремонтировать, будем ремонтировать вот это и вот это. Mm-hmm. И вы бы оплачивали много-много лет ремонт вообще чужих домов. Это мы ликвидировали. Но само появление дополнительной строчки в квитанциях отчисления на капитальный ремонт радости нашим избирателям не принесут, поэтому наша фракция не поддерживает данный законопроект. Ясно. Значит, последние 20 лет, это спрашивает Колчанов Арнольд Петрович, 20 лет руководители страны игнорируют, вообще стараются не упоминать, роль в обществе научных и инженерных кадров. Полностью утрачен престиж инженерных профессий. А какая при этом может быть модернизация промышленности, интересуется Арнольд Петрович? Вопрос абсолютно правильный. Объективности ради нужно сказать, что впервые за многочисленные послания президента мы услышали о значимости инженерного труда, о науке, о рабочем человеке, человеке труда из уст президента в послании. Но действительно, без восстановления инженерной школы, без восстановления то, что мы раньше называли профтехучилищами, у нас будущего нет, иначе мы действительно будем только сырьевым придатком. Да, ведь многие вопросы о гуманитарной сфере, по-моему, непосредственно связаны и с сферой производства, и даже с пресловутыми ПТУ, которые оказались разгромлены, потому что речь идет, по-моему, о системном разгроме. Да, надо восстанавливать, и как раз это должен делать профессионал, а не нынешний министр образования, ничего не понимает. Достаточно резко спрашивает человек, подписавшийся военный пенсионер, почему ваша партия и вы лично игнорируете военных пенсионеров? От вас никакой реакции на нарушение Конституции, законов РФ с введением воровского коэффициента 0,54 на заслуженные военные пенсии. У человека, который написал, просто нет информации. Мы постоянно этот вопрос будируем. Мы считаем, что действительно это очень незаконно и унижает офицеров. И мы вносили и свои законодательные инициативы, и несколько раз я обращался к руководству страны, военных пенсионеров мы защищаем и будем защищать. Другое дело, что эту машину нам пока не перешибить, но, тем не менее, абсолютно четко знаем, что нужно делать, что нужно менять для того, чтобы наши военные пенсионеры получали достойную пенсию. Спрашивают человек, подписавшийся Милов, может быть, это известный политик Владимир Милов, он спрашивает: скажите, как вы будете бороться с нелегалами? Какие методы и будут ли они эффективны? И когда примут закон, интересуется товарищ Милов, по которому не будут пускать в Россию мигрантов, не знающих русский язык? И каковы будут тесты? На самом деле, такой закон уже принят, что знание языка должно быть, но я, когда рассматривал законопроект, предлагал сделать одну простую вещь. Давайте сделаем, как в Британии, чтобы не мы здесь учили иммигрантов, а чтобы они уже приезжали со знанием русского языка, это их проблема. Я считаю, что нужно срочно вводить визы с целым ряд государств, и ничего страшного я здесь не вижу, потому что когда 12 миллионов нелегалов на территории страны находятся, это уже угроза национальной безопасности. Я считаю, что позиция, которую тоже огласил президент, запрет создавать этнические анклавы, это наша давнишняя позиция, это абсолютно правильно. И в целом, сегодня, когда уже 18% граждан России отвечает, что они испытывают такую незаконную конкуренцию со стороны мигрантов, потому что они демпингуют, они значительно меньше деньги получают. В труде низкой квалификации уже такая конкуренция более 25%. Это очень тревожные звонки, которые говорят, что нужно принимать серьезные ограничительные меры. Мы за такие меры. Но при этом многие говорят и ссылаются на заявление власти, что вроде бы сейчас, наоборот, упрощается порядок для получения гражданства со стороны многих гражданство должно упрощаться только, обратите внимание, и президент сегодня сказал, носители русского языка и русской культуры. То есть речь идет, собственно говоря, о славянах. Это вот Светлана. Русские, белорусы, украинцы. Светлана спрашивает, какую позицию занимает ваша партия по вопросу упрощения
ограниченным представлением гражданства русским из Средней Азии. Вот насколько это возможно? Это необходимо делать, и мы в ближайшем будущем, я надеюсь, увидим вот такой упрощенный порядок получения гражданства. Я вот несколько раз бывал, например, в той же Киргизии, я вижу, что там есть значительное количество русских людей, которые чувствуют себя брошенными, незащищенными. В целом в Средней Азии где-то от 4 до 6 миллионов наших соотечественников, которые не по своей воле оказались за рубежом. Угу. Станислав спрашивает о делении России по национальным округам. По его мнению, это мина, заложенная под страну. И что с этим делать? Как предотвратить, спрашивает он, территориальный развал России? Эта мина была заложена ленинско-сталинской национальной политикой. Действительно, прямо скажем, не лучшее территориальное деление по национальному территориальному признаку. Но с учетом уже существующих реалий, не дай бог нам сейчас начать кроить. Это может кончиться просто гражданской войной. Поэтому нужно аккуратно, спокойно, значит, думать на эту тему. Как я неоднократно говорил, необходимо Министерство национальной политики в нашей стране, потому что такой работой нужно заниматься постоянно, а не случай к случаю. Но вот так вот с плеча рубить, или как кто-то предлагает, там, господин Жириновский или господин Прохоров, а вот давайте все ликвидируем, там 15 губерний, это может быть просто войной. Поэтому ни в коем случае идти по такому пути нельзя. Почти на эту тему еще один вопрос, такой несколько, может быть, даже абсурдистский, но кто-то считает его правильным. Есть ли смысл создать русскую республику в составе Российской Федерации? Ну, на самом деле, я думаю, что не надо, с учетом того, что русские являются государствообразующим народом. 85%. Я, кстати, считаю, что в будущем законе, федеральном конституционном законе о национальной политике в нашей стране прямо так и прописать. В Конституции не надо, в законе прописать, потому что это является то, что является де-факто, нужно закрепить де-юре. Но отдельно создавать республику, это может подтолкнуть как раз к неким таким сепаратистским тенденциям, поэтому лучше этого не делать. Ваше отношение к идее усыновления сирот в кавказских семьях? Звучат такие предложения, и это вызывает вопросы у слушателей. На самом деле я не делил бы здесь. У меня, значит, есть свое отношение к этой проблеме, я и публично высказывал, и сейчас я сказал, когда создаются стихийные анклавы национальные на местах традиционного проживания, допустим, русского населения, конечно, ничего хорошего этого не приводит. Но здесь вот так вот ставить вопрос установления, значит, у нас нет никакой дискриминации по национальному признаку. Если семья хочет усыновить ребенка, значит, и молодцы, и только можно приветствовать. А какой национальности родители, это абсолютно не имеет никакого значения. Ну да, и тем более большой вопрос, насколько это будет распространенным явлением, но ведь мне кажется, что во многом можно и поучиться многому Северного Кавказа, например, в отношении к детям. Там практически нет детских домов. Да, абсолютно правильно. Да. Абсолютно правильно. Самые-самые дальние родственники никогда не позволят, чтобы их там, значит, мальчик или девочка из их тейпа, значит, где-то там было там чужие руки. Поэтому это действительно очень правильные традиции, которые... с которого следует брать пример. Читатель Сергей Дрожжинов спрашивает о выборах губернатора Московской области. Будет ли выдвигать своего коллегу Михеева на пост губернатора Владимирской области? Ну, я так понимаю, это вопрос еще и в связи с желанием... Почему Михеев и Владимирская область? Я не понимаю, почему. Я добавлю, я так понимаю, что это, видимо, вопрос в связи с желанием бывшего члена фракции «Справедливая Россия», но вашего однопартийца Геннадия Гудкова баллотироваться в губернатора Московской области. Ответ очень простой. Мы решение будем принимать примерно в марте будущего года. Поэтому пока решения никакого нет. Посмотрим, будем оценивать все превходящие аспекты. Угу. Петрович спрашивает по поводу неэффективности правительства. Значит, сегодня только и разговоров о том, что век Медведева там недолог, и что будто бы он может оставить свой пост уже до марта 2013 года. На его место прочит Рогозина, замечает Петрович. Какое ваше мнение обо всем этом? Ну, мое мнение, слухи не комментировать. Поживем, увидим. Претензий к правительству у нас более чем достаточно. Значит, но решение принимает президент. И я бы не очень верил в такие слухи, разговоры, потому что у нас любят посудачить, а реальная жизнь идет другим чередом. Но то, что необходимо корректировать действия правительства и необходимо корректировать деятельность отдельных чиновников и министров, для нас совершенно очевидно, чем, собственно говоря, наша оппозиционная партия занимается. Спрашивает Галина Александровна, как оцените деятельность Георгия Полтавченко на посту главы Петербурга, губернатора? Вы знаете, как ни парадоксально, еще довольно короткий срок поработал Полтавченко. Ему очень сложно наследство досталось, он разгребает. Вот то громкое, так называемое, трубное дело, это как раз следствие его.
Может быть, мои земляки привыкли к тому, что губернатор всегда более публичен, чем сейчас Георгий Сергеевич, но это в том числе зависит, так сказать, как бы от черт характера человека. Но мне кажется, все-таки еще рано давать оценку, тем более надо вот сейчас вот зиму пережить, потому что мы, петербуржцы, очень четко реагируем на эффективность губернатора по тому, есть ли сосули или нет сосули, и как там вообще по улице можно ходить, нельзя ходить. Зима только началась, уже первые тревожные звоночки из Петербурга идут, но давайте торопиться не будем, посмотрим. Весной, по крайней мере, будет понятно. Мы продолжим.